Бабушка. Эй, не спишь, стрекоза? Расскажи. Не-не, ты уже все сказки мои лучше меня знаешь. Ну, расскажи. Ну, и про что же на этот раз? Ну, а про то, как папа первый раз к нам пришел. Так, утром это было. Ранёхонько, ни свет, ни заря. Я сквозь сон слышу, Надежда в сени пошла. Дверь открывает. И тишина. Спишь? Сирота ты моя, сиротка. Дядя Егор, вы чего? Ой, Лизонька, Лизонька, беда! Давай скорее, скорее! Маньку надо мою спасать! Да что с ней случилось? Да потом расскажу! Давай, собирайся! Да, собирайся, я сейчас, давай! Сейчас, подождите! Зинка-то, дура, взяла свою Алеандру, во двор поставила! Ну, Манька-то взяла, сожрала все листья, да по самую макушку! Дядя Егор, это очень плохо, дикие Алеандры очень ядовитые растения! Горе-то какое! Ты моя девочка, ой, ты моя Манечка. Сейчас. Сейчас Лизонька сделает тебе укольчик. Сейчас хорошо будет. Вот ты потерпи, золотце, потерпи. Чуть не погубила сразу. Тихо ты. Ты моя девонька. Иди сюда, Манечка. Сейчас нам поможет. Так, держите ее, дядя Егор. Держу. Ничего. Тихо, моя хорошая. Терпи, моя Манюшка. Сейчас. Сейчас будет все хорошо. Сейчас. О, да ничего, все, молодец! Все, умница моя. Жить будем. Ты моя красавица. Поправиться. Здорово, невеста! А ты откуда в такую рань? Если со свидания, то я соперника убью. Слышь меня? Вась, ты бредишь или с похмелья? Ты где невесту видишь? На дороге, кроме меня, никого. Так речь-то о тебе, лапуля моя. Я тебе не лапуля, не невеста. Никогда ей не буду. Сколько раз повторять? Слушай, ну подожди ты. Я тебе вон подарок купил. Во. У меня такая есть. Все равно моей будешь. Куда ты денешься? О, ведьма старая вылезла. Словно чует. Ничего. Только ведьма твоя сдохнет. Консерву пару баночек дай. Вон Сайру. 125. Зин, без сдачи. Постараюсь. Давай. Рыбки возьми. Не хочу. Чё-то ты сегодня припухшая какая-то, Зин. Да, с козой всю ночь промучилась. Ну, а чё такое? Чё-чё. Спасибо, Лиски. Спасла. Так бы сдохла. Так. На вот тебе. Давай. Всё-таки они с бабкой Шурой, что ни говори, а для деревни спасение. Спасение-то спасение, Зин. А все-таки что-то я бабку Шуру побаиваюсь. А чего?
Но вот не зря говорят в деревне, что она колдунья. Не зря. И взгляд такой, что аж мурашки пробирают. М? Я когда ее вижу, каждый раз за крестик хватаюсь. Честное слово, на всякий случай. Да правда. О, баба дура, вот дура-то, а. Вот надо такое придумать, колдунья. Ты посмотри. Эх вы, а ты Зину забыла. Чего? Того твоего Егорку. Привел в порядок, когда он пьяный, голый, горячкой бегал. Забыла? Да ладно. Вспомнил. А у тебя мальчонок воспалением легких болел? Кто его на ноги поставил? Скорая помощь? Да она ехать отказалась. Дорогу снегом замело. Балаболки, народ вы неблагодарный. Ладно. Так, ты за фляжкой пришел? Ну да. На. Давай свои гроши и проваливай. Гроши, гроши. Мораль тут придумал. Балаболки вы и есть балаболки. Проваливай давай, мораль он тут там будет читать. Иди вы тоже давайте отсюда, брысь. Что-то в этой старухе есть, чего в обычных людях нету. Ну да. Одно слово знахарка. Ну о чем и речь? Ладно, пошла. Ну давай. Здорово, Лиз. Ох, здравствуй. Все трудишься? Угу. Если сейчас не соберешь, зимой еще 100 раз пожалеешь. А, прям пчелка. Слушай, Лиз, а что ты не ходишь на танцы там или в кино? Глупо-то. Некогда мне. Да я вообще не люблю все это. А. Ну что тебе? Только танцы с волками интересно. С пацанами не интересно вообще. Танцы с волками? Ты что такое несешь? Славик! А ну иди сюда! Иди, иди сюда! Я тебя предупреждал или что? Ну, баранки гну! Чтоб я тебя рядом с ней больше не видел. Понял? Да я случайно встретил, поболтали немного и все. Слышь, ты что, не понял что-то? А? Давай, крути педали, пока не дали. Гони отсюда! Ну. Проголодалась? Ну, сейчас, сейчас. Ой. Пушок. Ну, здравствуй. Держи. Вот. Пойдем. На хлебнички проголодались? Сейчас, сейчас я. Сегодня что-то устала. Терминатор, блин. А кроликов в сарай занесла? Да. Аккуратнее, аккуратнее. Это в сени. Ага. Повесь. И очень хорошо зимой от озноба помогает. А вот из этой настойку сделаем. Нужно только завтра боярышника нарвать, добавить. О! Опять кого-то нелегкая на ночь глядя несет. Ну? Да, я пойду посмотрю. Ни сна, ни отдыха. Девки. Вечер добрый, Лиза. Добрый, дядь Тарас. Что такое? Утром в райцентр еду. Может, привезти чего надо? Ты давеча говорила, книжка тебе какая-то нужна. Да, спасибо большое, очень нужна. Ну? А есть куда записать? Записай, есть. Так. Это держи. Держи. Ага, спасибо. Гомеопатия ветеринарной практики? Правильно. Язык сломаешь. Ты бы лучше книжки про любовь читала. О, эти полезнее. И то верно. От любви у девок одни переживания. Ну, бывай. Спасибо большое. Спасибо, когда привезу. До свидания.
Завтра еще работенка будет. Ладно, придем. Давай. Там с утра и будем. Где? Ау. Днем в которую заскочи. Ладно, зайду. Давай. Бывай. Здорово, Василий. Здорово, Жорик. Ой, здорово, братан. Слушай, ну занесло тебя в места, а? Ну, вообще-то они не столь отдаленные. Не дай бог, чтобы туда занесло. Сплюнь нафиг. Ну что, ветеринар? Пойдем с тобой за твой приезд по рюмашке выпьем. Вот это правильно. Да и владение мы посмотрим. Добро. Пошли. Здрасте. Здорово. Здрасте, Бабшур. Здрасте. Ну, поздоровайся. Здрасте. Опять, значит? Опять, Бабшур. Ни с того, ни с сего. Ну, слова не может вымолвить, чтобы не заикаться. Вот, Нюрка, ты все забаскалишь. Плетешь про меня всякое. А как беда, так сюда. За помощью. Да ты что, Бабшур? Да чтобы я хоть слово да хоть не когда. Ври. Будто я не знаю тебя. Язык без костей. Проходите, раз пришли. Ну, давай, иди. Ну что, сделал? Готово. Ну и отлично. Ну что, рабочее место твое практически готово. Ну, это понятно. Ты мне лучше скажи, как у вас тут с тёлками? Так сейчас сам все увидишь. Все стадо племенные. Ну, братан, ты даешь. Я смотрю, ты на своей тут ферме совсем погряз. В смысле? Не врубаешься? О чем, бабоньки, речь ведем? Ни о чем. Ну, туда я пошла. Ну, тёлки двуногие. Да сколько хочешь. Все сбиты, кровь с молоком. На свежем воздухе созревшие. Так что не разочаруешься. Понятно. Значит, у тебя все путем. Как тебе сказать? Есть тут одна. Ну. Ладно. Пошли смотреть хозяйство. Держи. Пошли. Вот Савельич дальше напал на нас с Зинкой. Балаболки, балаболки. Ну? А все равно. Я бабку Шуру побаиваюсь. Ну, сама посуди. Я Павлика только привела. Она ему, значит, этот стакан отвара налила. По голове погладила так. Ну, ласково так погладила. Пошептала что-то. И как рукой сняла. Ну, помогло уже. Чего бурчишь-то? Да. А если она что дурное задумает? У нее ведь и дурное получится. А ты не ходи к ней. Когда опасаешься, грех на душу брать. Ну ладно, Стеж, давай. Ну хвастайся. Этих бычков я в этом году купил. Здорово. Смотри, не перекорми. По норме кладем. А то он накладывает. Слушай, ну тёлки у тебя классные. Ну так и бычки то, что надо. Да-да, отменные. Бычки отборные, племенные, так что деньги к нам рекой потекут. Слушай, Вась, давай так, если с твоим стадом особых проблем не будет, так, может быть, я на ваших деревенских-то подлопать заработаю? Ну, ты же мне сам говорил, что у вас тут ветеринара отродясь не было. Да не вопрос. Только давай с тобой договоримся. У Лиски клиентов не отбивать. Все в честной борьбе. Добро? Братан, зуб даю. Ладно, пошли. Мой хорош. Бабушка! Вовка, да что ж ты врываешься, как малохольная? Здесь. Я чуть не пролила, 3 часа варила и все на смарку. Где моя аптечка? Там, где ты ее оставила, в сарае. Опять притащила. Мало их у тебя по двору шастает. Да вот, у полкана отбила. Ну, всех-то она защитит.
А тебя-то кто защитит, а? Да ну перестань. От кого меня защищает? Ни от кого. Ни от кого? Да. А Васька, он 3 года так кругами ходит. Мало что его отец родителей твоих погубил, так еще и тут привязался. Ладно, я за аптечкой. Давай обедать. Бабуля, вот что я тебе скажу. Чем это старье лечить? Легче ее под нож пустить, да холодец сварить. Ишь ты, какой быстрый. Ей годков-то еще всего ничего, ты чего? Ну, мать, смотри сама. Ну, чего, Зорька, пойдем к Лизе. Славик, здорово. Здрасте, дядь Тарас. Слушай, не заскочишь к бабке Шуре? Лизе вот книжку надо передать, тебе все равно по пути, а мне крюк делать. Не, дядь Тарас, я к ним не ногой, вы же знаете, не обижайтесь, я не могу. Ты чего, бабки боишься, что ли? Если бабки. Слушай, а чего-то у тебя за фингал под глазом? Да, упал легонько, ударился. Мне правда пора, дядь Тарас. Я не могу, не обижайтесь, правда. Ой. Ну вот ой. И все. У нее в горле сухой стебель застрял. Ой. Лизочка, спасибо тебе большое. Благодарствую. А то как мы без коровки-то? Ведь это же. Да, она у вас еще поживет. Вот. Вот, Лиза. Вечерком с бабой Шурой. Ну, тетя Стеша. Тише, 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 тише. Вот. Вот, чайку попейте. Спасибо вам. Ой, тебе спасибо. Слава тебе, Господи. Вась, так дело не пойдет. Че такое? Да Лиза твоя, блин, с первых дней мою репутацию подрывает. Я одной бабке сказал, что я корова безнадега. А пассия твоя взяла ее и вылечила. Ты понимаешь, что она у меня мои деньги берет? А ну иди сюда. Еще раз у меня выступишь, обратно тебя в город отправлю. Там как раз у пацанов к тебе претензии имеются. Забыл, что еле ноги унес? Чтоб насчет Лиски больше не вякал. Да ладно вас, я же... Все, заткнись. А репутацию свою сраную лучше на деле. Доказывай. Усек? Угу. Я просто хотел... Все, свободен. Иди, иди, иди. Дверь за собой закрой. Господи, как все запущено-то.
Пошел отсюда, паразит, полночи голобродишь! Зинаида? Спать не даешь! Иди вон в сарай! Ау, Зин! А в сарае комары закусают! Маня! Чего себе? Здравствуйте. Здравствуйте. Приезжий? Да. Типа дачника, что ли? Да нет. Я вот у вас хотел спросить. Ну, валяйте. Мужиков из местных кому-нибудь нельзя ли нанять на строительные работы? Ну, нанять-то можно. Вот только кто в город не подались, все пьющие, ненадежные. Вам что строить? Не строить, восстанавливать. Вы в магазин? Да. Садитесь, по дороге расскажете, а то времени в обрез. Спасибо. У меня тут дом стоит. Наследство от деда с бабкой. Пришел полное спустение. Так вы, значит, местный? Ну. А я что-то вас не припоминаю. Я здесь был последний раз, когда мне 8 лет было. Вот почему я вас не признал. Я-то в этих краях всего лет 15 как. И что? Решили к корням вернуться, значит? У меня мама перенесла инфаркт тяжелый. Я решил ее сюда привезти для реабилитации. На воздух. Знаете, с экологией, как в городе сейчас? Ну, это да. У вас жуть. Это точно. Ну что ж, крышу залатать, полы заменить. Это наши мужички осилят. Хорошо. А, кстати, вон один из этих. Егорка. Мужик рукастый, но очень пьющий. Вот этот? Ну да. Остановите, пожалуйста, я переговорю с ним, ладно? Пожалуйста. Егор! Пойди-ка сюда. О! Дело есть. Здорово. Протрезвел? Конечно. Знакомься, Петр. Здравствуйте, Егор. Петр. Помощь твоя нужна. А что делать? Дом. Ну, только не пить. Да не, ну. Да я знаю. Ну, починить там крышу, пол. Ага. Здравствуйте. Добрый день. А я вас видел сегодня. В лесу. С волком. Испугались? Испугался. За вас. Thank you.
зовут? Кто ж зовет? Бабушка зовет. Так не зовет же никто. Зовет, зовет. Что же вы так бабушки боитесь? Вы же уже не маленькая. Я никого не боюсь, знаете. Родя, ты чего не спишь, а? Мою что мать. Такое? Не знаю, бабушка. Не знаешь, а любезничаешь? А кто любезничал? Человек поздоровался, сказал, что нас с Вульфом вместе видел. Вот и все. Все, да не все. Видела я, как он на тебя таращится. М? Кто таков, не знаем. Сегодня здесь, завтра там. Ищи ветра в поле. А если Васька вас вместе-то увидит, а? Хлопот не берешься. В общем, чтобы я этого парня рядом с тобой больше не видела. Мне войны с Васькой не надобно. Бабушка, ну ты же знаешь, что Васька тебя сам боится. Боится? Да. Боится. Ну, я же не вечная. Ну. А кто тебя защитит от супостата этого, когда меня не будет? Ой, я как только увижу этого Ваську, у меня словно перед глазами его отец-убивец стоит, и все. Ну, ну, он, конечно, противный, но за грехи своих родителей отвечать не должен. Ладно, хватит рассуждать. Яблоко от яблони недалеко падает. Недаром в деревне говорят, что он в городе бандитствовал. Видать, все их племя такое поганое. Ну не ворчи, не ворчи. Глаза мои его не видели. Доски привезли. А? Егор, пойдем. Пойдем. Что там? Горбаля вроде. Что-то немного. Да хватит. Ну что, я в кузов? Давай, Генка. Здравствуйте. Стрелу подвиньте, пожалуйста. Стрелу давай, поворачивай. Бог помощь, мужички! Здрасте. Здорово, Семёныч! Спасибо. Ой. Давай, Семёныч. Здравствуйте, Тарас. Ну, неплохая вроде команда подобралась. Хорошая. А если я найму их церковь установить? А то ведь... Как думаете? Так а чего тут думать? Мысль хорошая. Оно уж тут знаете, сколько так стоит. Ты что, зашибешь? Ну вот и отлично. По рукам. Ой. О. Ну-ка. Чего сильно? Да не. Точно? Да. Пряник хочешь? Давайте. Ну ничего, ничего. До свадьбы заживет. Здрасте. Здорово, Нюр. О, наш автовый покупатель приехал. Я уже закрыла. Так открывай. Так открывай, открывай вон. Ну, и что из-за клоун? Городской. Ну, я вижу, что не местный. Я спрашиваю, кто такой? Никитины. Старики такие жили. Ну, помнишь, еще рядом с домом бабки Шуры, их изба была. Около бабки Шуры, говоришь? Ну, да. Так он это, он жить здесь собирается. Вась, тебе что, как обычно? Ну, да, как обычно, как обычно. Ты вот что, слышь меня? А. Чтоб я про этого клоуна все знал. Кто он, что он, когда, с кем. Ты ведь у нас. Последнее известие? Ну, Вась,
Как скажешь. Сейчас засек. Тогда тхну. Пошли. Вот натура человеческая. Ополченцы? Против кого идете? Окупы рыть, а? Так это, церковь идем восстанавливать. А это почему приказ? Райком партии восстановили, что ли? Да не, это самое. У нас же олигарх приехал из города. Стариков Никитин, внук. Он и денег дал на стройматериалы. А ты что, Ивась, не слыхал, что ли? Олигарх, говоришь? Клоун. Ладно, пусть почудит немного. А нам все равно, хоть и клоун. Денег за работенку подкинет на водочку. Mm-hmm. Да и старухи вон радуются. Говорят, будет, когда перед смертью грехи замолить. Ну-ну. Пошли. Ну, давайте. Пошли. Давай, Вась. Бывай. Где она? Я не знаю, за дом. Слышь, хозяин, что это доски маловато. Нету. Боюсь, не хватит. И щебеня меньше стало. Куда все подевалось? Действительно. Куда? Егор, ты че? Ну, ну что, покажи, покажи. Ой, я здесь раскровил. Ох ты. Дуй к бабке Шуре. Дай тряпку, пожалуйста. Так надо обработать нормально, потом уже забинтовать. К бабке Шуре, дуй. Да не, не пойду. Дай тряпку. Ну, а если до кости, надо идти куда. Ну, конечно, Егор, ты чё? Петрович прав. Дуй быстрее к бабке Шуре, покажи. Или хоть Лиске. Да, накаркайте. Чё, идти, что ли? Ходи, иди, сходи, иди. Сходи. Иди, подложи. А Лиска? Доктор, что ли? Куда она подевалась? Да не. У нас настоящих докторов в деревне нет. Первый лес не видел. Бабка Шура знахарша потомственная. Алиска, ветеринарша-самоучка. Да? Да, она с детства таскала из леса. Ну, разных там, зверушек там, птиц, хворых. А бабка Шура учила ее, как их врачевать. Ну, а потом уж, когда подросла, с деревенскими какая оказия в райцентр случится, она им книжки заказывала. Ну, ветеринарию. Ну, понятно. У нас в округе ни одного настоящего ветеринара нет. А скотины домашние много, в каждом дворе. Мы Лиску за ветеринаршу и почитаем. Ничего, справляется. Девка добрая. Только непонятная маленькая. Непонятная? Ну вот сам по сути. Девка вроде зрелая, так? А ни с парнями не погулять, ни на танцы. Вон, это самое. Васька, фермер из соседней деревни. Уж сколько за ней ходит? Она даже не взглянет на него. Уж не знаю, что ей надо. Может, любовь. Любовь. Да чепуха все это. Ладно, это самое. Перекур закончен. Я что спросить-то хотел? Это самое. Для церкви бы надо еще цементу подвести. А. Сейчас, Ген. Мне бы только дождаться, когда эта старуха окочурится. Вот тогда погуляем, Жорик. Такую свадьбу закачу, чтоб слух аж до Москвы дошел. А пока эта колдунья жива, до Лиски меня не допустит.
Не можешь спросить, что мой батя Лискиных родителей порешил. Подожди, так он же за это сделал. Братан, это он перед законом искупил. Понимаешь? А она простить не может. Подождем. Знаешь, для секса это тело всегда можно найти. Это точно. Алиска, это... Алиска, это для души. Это и подождать можно. Давай. Вот такая. Вашка в последнее время сам не свой. А получше масло шел. Я тебе что велел про этого клоуна? Вась, да что ты, что, что ты? Что? Да я... Он тут, блин, главный у себя корчит. Церковь восстанавливает. А я ни сном, ни духом. Да что там церковь? Денег, видать, навалом. Вась, как раз вечером хотел к тебе забежать, нашептать кое-что. Давай, сейчас шепчи. Парни, чей котенок? Твой? Нет. Твой? Нет. А чей? Ничей, на пустыре нашли. Ну, раз ничей, отдай его мне. Держи ты его. Пошли. Спасибо. Ой, а я как раз к вам иду. Зачем? А вот несу пациента вам. Говорят, вы лучше любого ветеринара разбираетесь. А что с ним? Сам не пойму, не ест ничего. А мне кажется, что он совсем недавно очень плотно пообедал. Брюшко полное до отвала. Обманули? Обманул. Зачем? С вами хотел увидеться. Вам же так просто не подойти. Так и мерещится всюду ваша суровая бабушка. Если б только бабушка. Что? Это я так. К вам это совершенно не относится. Держите вашего котенка, он абсолютно здоров. А приходите к нам вечером. На чай. Нет, я не смогу. Ну-ка. На. Ешь. Да не баба-яга же она. Не съест? Ну, и кого это принесло? Здравствуйте.
Здравствуй, коли не шутишь. Не зыркай. Нет ее дома. А я не... Я вот. У пацанят котенка взял, а о еде не подумал. У вас не найдется молока немного? В долг. Ну да. В долг без отдачи. На вот. Немножко. Ой-ой, это много-много, очень много, спасибо большое. Утро еще будет. И сам попьешь. Не отравишься. Или ты утром корову покупаешь? Да нет, на корову не заработал еще. А в деревне говорят, ты богач. Хм. Ах, что только люди не придумают. Это точно. Спасибо большое. До свидания. Не пролей! Здравствуйте. Вы от Тараса по поводу шифера? Не. Я по поводу гранитного камня. А я не заказывал гранитный камень. Скоро может понадобиться для надгробия. Если еще раз тебя рядом с Лиской увижу. Понял меня, клоун? Пусть она мне сама об этом скажет. Понял меня? Хозяин тайги. Слышь, клоун, я тебя предупредил. Молодец. Ну, значит, вечером чай с пирогами будет. Испечешь? На. Ну, хватит, хватит, хватит. Хватит телячьей нежности разводить. Ты лучше в магазин сходи. У нас мука вся вышла. Стрекоза. Все нужны. Давай, давай, Семёныч. Так раствор застынешь. Крест привезли. О, хорошо. Давай, проходи. Давай, вот он. Что со мной?
Так, Егор, осторожней там, давай. Ну, дружно, дружно, давай. Все, тихо, тихо, тихо. Аккуратно, аккуратно, подожди. Тихо, давай, перехватывай. Попасть спокойно. Добрый день. Давай, давай, давай. Вот. Ну, давай, на себя. Красота какая. А представляете, как будет, когда... Принимаю, принимаю. На купол установим. Петр, вон, край, держи, куда его? А давайте внутрь, внутрь. Церковь, давай, вносите вперед, его. Вместе, давай, вместе. Давай, 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 давай. Тихо, тихо. Не торопись, не торопись. Вперед, 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 давай, давай. Сейчас. Заворачивай. Чего-то понесли, понесли, пошли, пошли. Все, молодцы. Аккуратнее. Тихо. Несем, 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 мужики. Веса не снеси. Пошли, пошли. Отлично. Пошли, пошли, пошли. Правее. А, выше бери. Давай, давай. А, пошли, пошли. Да не дави ты. Тихо, не врать. Поднимаем, давай. Край, край, хорош. Давай, так! Так говорю! Вот! Ага! Давай, работай! Я лопату маю. Глянь-ка, Егор. Ага. Это самое, олигарх-то наш. Кажись, за Лиской приударяет. Васька ему приударит. На меж глаз. Или еще пониже. Тогда. Ну так, ну, пойдем работать. Папа лесничим был. Мама ему помогала во всем, всегда рядом с ним была. Даже обход по лесу вместе делали. Никогда не расставались. Такая вот любовь была. У нас тут неподалеку есть речка. Серебристая называется. Так вот, в тот день Васькин отец с браконьерами мальчишку подослали, мол, на серебристую сейчас на медведицу с медвежатами идут. А сами лодки днище подпилили. Лодка подплыла на середину реки и перевернулась. Маму накрыла. Папа пытался ее спасти. Мадам! Заходите, составьте компанию, а? Ой, да ну тебя, балабол. Ваську позови. Вась! Тебя хотят. Чем пришла? Да есть кое-что рассказать. Заходи. Тогда, мам. Хорошо. Ну, нормально. А мы заканчиваем уже скоро. Вот, как закончим, я сразу за тобой приеду. Все, в машину покидаем. И поедем. Целую тебя. Люблю. Люблю тебя. Да, моя родная. Целую. Что-то Петро запаздывает. Что с цементом-то? Подвезу. Да и вообще сказал, сегодня денег раздаст за работу маленько. Ну что, мужики, папиросы есть? Угу. Ага. Тогда подождем. Ну, курим тогда, что делать? Все, отвлекаем, орлы! Где командир-то? Босс у вас? Да где же он? Где его носит? Может, принял вчера лишку? Да он вроде не пьющий. Постучи. Не заперто. Петро! Петро! Есть кто дома? Слушай, машины его нет.
Точно. Что делать? Материала нет. Да, надо на гранате. Все равно нам без него никак. Цвента нет. Здорово. Нужны. Здорово. Мужички. Здорово. Здорово. Че там, по улице болтаетесь? Не горбатитесь на нового барина. Нюрка, Нюрка, че такая ядовитая? Вот все при тебе. Бог-то не обидел. Че злая-то такая? Че это злая? Наблюдательная я. Все на Ваську горбатились, а этот новый пришлый пришел, грошом ломаным поводил, так вы и рады стараться, Иуды. Че ты это самое? Тоже мне. Обзываешься? Плохо, что ли, будет, если церковь отстроим? Баба вон, все кроме тебя радуются. Ага. А вот хрен вы теперь отстроите. Сбег поди ваш олигарх. Васька-то увидел, как он вокруг Лиски бьется, да шепнул ему пару ласковых. А тот, видать, наложил штаны, да и сбег, пока цел. Разошлись. Ой. Может, ты правда уехал? А? Да бог его знает. Реже, Вася. Еще тебе. Домам? А тетя Нюра сказала, что дяденька в город убежал. Он дядю Васю испугался. Здорово, принцесса. Ну что, кавалер не пришел на свидание, да? Я с тобой разговариваю. Слышишь, ты. Это ты меня послушай. Я ведь смотреть не буду, как ты перед другим хвостом машешь. Не мне, значит, никому. Пусти, мне больно. Лиза, ты что сидишь, тоску наводишь? Иди в дом. А девка малохольная. Видать, их правда влюбилась. Ой, ой, беда, беда, беда. Беда, беда. Пошли. Ну, а? Что, работнички, пропажу свою обмывать пришли? Ну, будет зубоскалить-то, Нюра. Сколько можно? А нечего было Ваську кидать. Все от него зависите. Он и на фирме вам работенку подбрасывает, и в райцентре у него все схвачено. Сколько раз к нему на поклон ходили? Ай, да ладно. Что вас учить? Вам что, беленькую? И закусь давай. Закусим давай. Thank you.
Вульф! Вульф! Ты куда, Вульф? Живой. Вульф, охраняй. Да не несись ты так. Раз уж живой до этого часа, ты через секунду не помрет. Да бабушка, ты бы видела, а он... Да сейчас посмотрю, него... все посмотрю. Только ты мне слово должна дать. Вот как только он оклемается, мы с тобой в лес уйдем подальше. Там есть заброшенная сторожка, один монах жил. Никто из деревенских про нее не знает. Ну и пересидим, да, пока все уляжется. Уйдем, уйдем, только ты его выходи. Ты точно его нигде не видел? Да нахрен он не сдался, ваш строитель? Ну, видел, какой-то клоун по деревне шастает. Ну и что? Все. Вась, ну ты чего? Там футбол начинается. Да ща иду. Ну давай быстрее. Все, давай, бывай. Бывай, бывай. Как же его отделали-то, а? Сильно зашибли. Бабушка, а он? Нехныч. И не таких выхаживала. Не помрет. Спишь? Ты чего, офонарел? По ночам шляешься? Да не шуми ты. А это самое. Куда? Доски опять у Петровича потырим. Не, не пойду. Нет. Ну, ты чудной. Сейчас самое время. Да не уговаривай, не пойду. Они ж бесхозные лежат. Егор, ты что там забыл? Ах, подышать вышел. Душно, душно, Зин. Иди отсюда. Иди, говорю. Иди. Иду, иду. Иду. А сейчас мы с бабушкой выхаживаем. Не помню ничего. Ну, а меня-то ты помнишь? Помню. Ну вот, и остальное все вспомнится. На. Оклемался, слава богу. Давай, теперь корми его. Ему сил набираться надо. Я что-то не хочу. Ты помнишь, кто тебя в лес-то направил? Нет. Ничего не помню. Ну, может, оно и к лучшему. Давай, давай, давай. Корми. Дядь Тарас! Здрасте.
Ну, здравствуй. Случилось что? Дядь Тарас, у меня к вам очень важное дело. Выкладывай. Я вот деньги за работу принесла. Ну, за ремонт дома Петра Никитина и церкви. Ну-ка, ну-ка, рассказывай. Петр просит, чтобы вы все эти деньги раздали всем, кто работал. И просит возобновить работу. Так. Это я понял. Конечно, раздадим, поработают. Спасибо. Теперь давай рассказывай, что с ним случилось. Где сам Петр? Он скоро вернется. Только об этом никто не должен знать. Ладно? Ладно. Спасибо. Происходит. Цирк уехал, клоуны разбежались. А вы опять тут копошитесь, я смотрю. Вась! Ну? Ну, церковь стоит. Ну, стоит. Ну и хорошо, что стоит. Ведь благодаря нам еще лет 100, а то и 200 простоит. На радость людям. А чего не так-то? Вот что плохо-то? Ну-ну. Гена! А? Давай туда. Вась, ну не замочить же его было. Блин. А может, это не он? Может, это Тарас воодушевился? Давай-ка поедем, проверим. Слушай, его нигде нет. Очухался, что ли? Живучий гад. Ладно, поехали. Поехали. Я хочу выйти. Тихо, тихо, тихо. Аккуратнее. Потихоньку. Спасибо. Какой? Да ну не бойтесь, не бойтесь. Вульф, все хорошо. Иди спать. Ну и куда вы на ночь глядя собрались? А если бы упали? Хорошо, я рядом. А вы куда ночью направились? Ну как, вы же не до конца выздоровели. Хотела посмотреть, как вы. Спасибо вам. За что? За то, что вы такая. Хорошая. Добрая. Вы необыкновенная. Нет, ну скажите тоже. Вы необыкновенная девушка. Я думал, что таких уже не бывает. Путин мой маленький, а ну-ка иди сюда. Промок весь. Ну, что ж ты не спрятался, да? И сидишь, сидишь, пойдем погреемся. Пушок. Да, вам тут для мамы, для вашей хорошо будет, для здоровья. А вы кем работаете? Ну вот вы, у вас сейчас отпуск закончится, и вы уедете. А как же ваша мама одна?
У меня не бывает отпуска, я работаю сценаристом. Сижу себе дома или еще где-нибудь. На работу каждый день ходить не надо, придумываю истории всякие, и по ним потом снимают фильмы и сериалы, которые вы смотрите. А я телевизор вообще не смотрю. У нас бабушка, его нет. А как же вы узнаете, что в мире происходит? А знаете, в магазин придешь наш, и все новости, мировые и местные узнаешь. Ну, нам с бабушкой не приходится. Как кто заболеет, сразу к ней бегут. Бабшу, помоги. Ну, а ко мне всяких этих коз, коров приводят, кур, гусей. В общем, вся скотина, которая на дворе есть у человека, несут. Ну, давай, иди, погрейся, мой хороший. Знаете, я иногда сяду на поляну и начну смотреть вот на этих букашек в траве. И я всегда удивляюсь. Такая фантазия, такое разнообразие. У Бога или у природы, не знаю. Это все такое живое, настоящее, что и придумывать ничего не надо. И главное, что это каждую секунду все меняется. Знаете, вообще на облака можно хоть целый день смотреть. Они все плывут куда-то. И такие интересные картины складываются. Лиза, иди в дом. Пойдемте домой, нас бабушка зовет, сердится. Ну, бабушка, бабушка, так хорошо говорили. Завтра повязку снимать будем. Давайте. Ой, я сам. Спасибо. Идите, ложитесь. Вы что лясы точите на виду? А? А вдруг кто увидит, да Василию скажет? Прости, бабушка. Прости. Егор! Води сюда! Чего? Ну, сколько еще? Ну, дня три проколупаемся. Не пьете? Не. Осторожно. Эх. Ну, что ты, как кисейная барышня. Не хнычь. Потерпит. Мужик. Спасибо. А! За спасибо некрасиво. Надо денежки платить. Это бабушка шутит. Давай, иди, чайник ставь. Чай будем пить. Аллыч, больше давай. Ёпросте! Явление Петра народу. Здорово, мужики. Здорово. Ты где пропадал-то? Мы уж не знали, что подумать. Здорово. Здорово, Егор. Пришлось вот отлучиться. Ну что, по маленькой? Окончание ремонта. О, вот это дело. Давно уж пора. Это можно. По маленькой шли в дом. Сам Бог велел. Да, да. Идем. Коза, ты помнишь, какое ты мне слово давала? Ну, как парня-то нашли? Помню, бабушка, помню. Смотри мне. Михал, че? Все-таки хорошо, что восстановили-то, а? Теперь и помирать-то несовестно. А то как-то неспокойно на душе было. Сколько лет стояла бесхозная. Ну? Все собрала? Угу.
помню, как я венчалась со своим Алексеем Матвеевичем в этой церкви. С тех пор там и не была. Стрекоза, ты сходи, посмотри, что там. Я расскажу. Переоденься. Точно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы совершали освящение вновь восстановленного храма. Огромное спасибо всем вам за ваши труды. Знаю, что каждый из вас внес свою лепту в это нелегкое, но замечательное и богоугодное дело – восстановление храма сего. Слезы радости наворачиваются на глаза. Сколько трудностей преодолели мы вместе, сроднились душами во имя благого дела. Ой, слушай, как хорошо, что я тебя встретила. Я как раз к тебе. Ближе к делу. Ну, ты просил рассказывать про Лиску и, как его, ну, клоуна этого. Ага. Вознесем наши совместные молитвы Господу нашему Иисусу Христу. Будем просить Его, чтобы Он и дальше наставлял нас в добрых начинаниях наших, посылал долготерпение и смирение, даровал доброго здравия нам и нашим близким, чтобы множились добрые дела во имя Господа нашего. Помолимся же Ему, дорогие мои. Мам, так мы... Как договаривались. Да? Да, я завтра за тобой уже приезжаю. Целую. Как же ты мне надоел-то, скотина пьяная! Сколько раз говорить, иди в сарай! Зина! Зин! Ну, повод был! Зиночка, открой! Церковь для тебя поставили, Зин! В сарай не пойду. Холодно. Тут произошло? Церковь сгорела. Видишь, Вась, какая беда-то приключилась. Ага. Да не приключилась. Неспроста это. Как неспроста? Ну так. Церковь сама по себе ведь не загорится. Точно. Поджог подожгли. Подожгли. Нюрка. Да ну, вы с ума сошли, что ли? Нюрка. Все вместе строили. А мне кажется, это Лиска.
Внучка колдуни беду накликала, когда в церковь пришла. Лиска, да ты чё, Вась? Сам за ней приударяешь и такое наговариваешь. Да при чем тут это? Чудной вы народ, а? Как дети малые. Я ее в церковь не повел бы. Так это точно она! С бабкой своей! Народ, да вы чё? Какая колдунья? Да какая колдунья? Вы о чем говорите-то? Да 21 век на дворе! Вспомните, сколько она вам помогала, да? Кто помогал? Кто помогал? Да вы чего говорите-то? Она помогла! Во-во, я тебе что говорю? Мужики! Мужики, что делать-то будем, а? Гнать там! Ну вы что, с ума сошли, ёшкин кот, а? Гнать! Давай, пошли! Остановитесь! Вы что делаете-то, а, народ? Да пошли, мужики! Гнать! Куда надо гнать? Вы что делаете-то, мужики? Гнать, все! Да стойте вы! Чего стоим, Рабия? Ну что? Заходи! Пошли! Заходи! Пошли! Пошли! Сейчас мы! Попрятались гадины! Ну что? Сбежать. Ушли. Что случилось? Что? А? Все ты проспал. Церковь-то сгорела. Как сгорела? Так сгорела. Слушай, а ты случайно не знаешь, где Лиска, а? В церкви был вместе с ней, а потом ее никто не видел. А? Пошли. Что эта Шурка в церкву Лиску подослала, ну, внучку свою. Да и наколдовала пожар. Подумайте сами, что вы несете, наколдовала? Вы же ведь современный человек. Ну, не знаю, современный, не современный. А по телеку сейчас и не такое показывают. Кому вообще верить-то? Ладно, пока свободен. О, какие люди приехали! Санек, здрасте. Здорово. Ну, чего расследуете? Да как положено. Опрашиваем вот. А, познакомься. Это следователь Андрей Титов. А это Василий. Местный фермер. Воротилы бизнеса, так сказать. А в прошлом мой одноклассник. Слушайте, мужики, я так понимаю, вы еще не обедали, да? Да. Ну так поехали ко мне, покушаем малость. Поговорим о том, о сём, а? Че, можно? Можно. Поехали. Мы задержимся. А я уж дождался. Ну как? Нет, ничего. Но вы не отчаивайтесь. Бабка Шура старуха умная. Наверное, затевает что-нибудь, найдутся. Думаете? Уверен? Давайте, давайте. А я пока в райцентр сгоняю и узнаю, если наши следопыты нарыли что-нибудь, сразу заскочу. Вы мне скажите, да? Давай. Спасибо. Подъем! А? Подъем! Что такое? Никитин Петр Сергеевич. Ну да. Старший лейтенант полиции Александр Рыбин, следователь Титов. Скажите, вам знакома гражданка Полякова Елизавета Викторовна? Лиза, да. Вы задержаны по подозрению в причастности к исчезновению гражданки Поляковой. Следуйте за нами. Что за бред-то? Я как раз искал ее. Хочешь, чтобы на тебя наручники надели? В
Последний раз тебя видели в церкви вместе с ней. После этого она исчезла. Ну что вы несете-то? Так, ну-ка тихо, спокойно. Да что вы за идиотизм-то устраиваете? Выход! Разберемся, да разберемся. Вы что делаете-то? Вперед! Показалось. Ну, с легким паром. Я знаю, кто церковь поджег. Ну и кто? Васька это. Ну что ты несешь-то, а? Допился уже, да? Ты еще брякни кому-нибудь об этом. Васька-то тебе голову оторвет. Чего ты меня за дурака-то держишь? Видел? Вот тебе крест. Видел? Вот ты меня давеча вытурила? Ну? Насиновал. Ну, провинился маленько. Бывает. А я гляжу. По-людски все это. Молчать-то нельзя. Да. Чего делать-то будем, жена? Утро доброе, народ! Доброе-доброе, Нюр. О, здорово, торговля! А куда это вы такие торжественные собрались-то, а? Прям как в ЗАГС заявление подавать. По делам. В райцентр. Надо нам. Да. Что-то вы темните. А у тебя-то, Егорка, какие в райцентре дела? Водка-то у меня в магазине, всегда в ассортименте. Да будет тебе. Да поехали, его. Поехали. Не заводись. Поехали, поехали, Зина Андреевна, поехали. Заходите. Братан, привет. Не выручишь? До города не подбросишь? Вот, спасибо. Василий, выйди, дело есть. Чего у тебя? Ну что, Трошин, доигрался? В машину его. Пошел, пошел. Спасибо. Если что, обращайте. Венчается раб Божий Петр, рабе Божий Елисавете. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Я только увидела, как твой Петя смотрит на мою стрекозу. Ну, точно Лизин отец глянул на мою дочку, Лизину мать, когда пришел к нам. Я сразу поняла, будет любовь.